Лига несправедливости. Новый завет от Зака Снайдера. 4 года прошло с тех пор, как Джосс Уидон демонтировал Лигу справедливости Зака Снайдера. И вот в эпоху, когда страны закрывают границы, люди закрываются в своих квартирах, мы лицезрим на экране 4-часовое закрытие персональных снайдеровских гештальтов. Не получилось! И вот, услышав лозунги фанатов «Release the Snyder Cut», режиссер легким мановением компьютерной мышки рождает миру новую версию. Все классно сделал. Профессионал. Хитрый сучара! Сюжет тоже. Супермен мертв, Дарксайд и его стрика-козлики намереваются найти некие материнские кубы, которые аккурат припрятаны у экстрафеминисток, икрометателей и алюминиевого киберспортсмена, чтобы в конец изничтожить людей. С чем пока не справился ковид. Вот это другое дело. С этого надо было начинать. Прознав об этом, Бэтмен мчит к рыбьему полубогу снимать рекламу акваминерале. Диана проверяет, что крепче, английские кости или английский бетон. А латуневый футболист занимается благотворительностью. В итоге фитнес-тренер Таноса завладевает кубами. Ансамбль «Деремся по очереди, они вместе» оживляет криптофермеров. Но не тут-то было. Отхватывая звездюлей от Ведьмака, Гори Ванта понимает, что все их суперспособности бесполезны, кроме одной, под названием «Дружба». Ну или любовь, у кого что. Криптофермер улетает со своей бабой на любителя набираться сил и заниматься самокопанием. На отмазку похоже. В это время просыпается Куб. Он спал 1000 лет. Почему он проснулся? Ну, наверное, потому что он выспался. И ребята летят в Подмосковье, а судя по декорациям, это какой-нибудь там Фрязино, разгонять межгалактический хипиш, который устроил Дарксайд, пока Кларк гладит кукурузу на глазах у любимой женщины. С мужиками такое случается. А мы наслаждаемся пафосными диалогами и супергеройским великолепием. Ведь если фильмы Marvel скандируют «Герои среди нас», фильмы DC, а особенно «Лига справедливости», без зазрения совести дает понять – земляне чмо, боги рулят. Объяснить не хочешь? Тут лучшие супергерои спасают нас от лучших инопланетных злодеев. Ну хоть бы раз во всей вселенной нашелся кто похуже землян. Ну серьезно. Что за бред? Под конец криптофермер активизирует боевую программу равноправия и спасает Землю. Снова. Опять. В ролях. Бэтмен. Капитан сборной Земли по героизму, по выходным борющийся с депрессией. Тебе он не кажется тупым? Продолжим. Супермен. Воскресший мессия. Теперь без усов. Теперь банановый! Чудо-женщина. Воинствующая феминистка, древнеримская богиня с еврейским уклоном. На ней хоть бекон жарь, но это уже я к тому, что она горяча. Аквамен. Рыбий бог скандинавского разлива. Хабиб с Макгрегором отдыхают. Флэш. Шустрый парень, который снова всех спас. Это несложно. Киборг. Лего-бой с безлимитным выходом в интернет. А как это? Абракадабра, йоу. Пафосная эпопея, маскирующая недостатки графики фирменными темными тонами, хронометражом в 4 часа, из которых половину занимает слоумо. Плюсики в карму Снайдера за смелость и стойкость, ведь новая Лига справедливости – это паровозик, который смог. Чуть-чуть.